Доброе утро или добрый вечер, <coughs> для кого как, извиняюсь. Mercedes A-класс, 169 модель, Mercedes B-класс, 245 модель, с 2005 -го года до 2011-2012 год, то есть есть с 2005 до 2008 -го года, это... До рестайлинговая модель. И после этого рестайлинговая модель пошла. А, в общем, маленький обзор по а, указатель поворотника света дальнего а, омывателя стекол и дворники. А, я сделаю сейчас вот так. В общем, я снял. Я машину разобрал просто на запчасти и отправляю отцу. У него есть маленькая проблема с сенсор для угла или как можно его лучше назвать, не знаю. В общем, не в, то... не в том суть дела. А у них есть маленькая проблема у Мерседесов, что Сейчас, секундочку, я возьму что-нибудь. Извиняюсь за качество или видео. У них бывает проблема вот в проводах. Вот здесь, в этом месте. Сейчас я сделаю получше. Вот, у них бывает провода, перебиваются вот в этом месте. Это я вам показываю просто наглядно, я уже снял то есть если камера сейчас фокусируется я допустим делаю поворот налево вот провода перетираются вот в этом месте просто, извиняюсь за качество вот провода просто перетираются в этом месте между пластиком и там металлом или кожухом вот этим черным просто перебиваются Эту запчасть я уже покупал для машины которую уже разобрал в принципе Обошлась она мне 40 фунтов Так как я нахожусь в Англии покупал в eBay В общем было дело так что Еду с дальней дороги Показал поворотник налево, и после этого километр два-три проехал, эм, начался сильный ливень, и у меня бах, и дворники не работают. Я думаю, в чем причина, а до этого дворники работали, да, потому что дождь уже шел, как бы местами то есть дворники работали. Я думаю, в чем проблема. Проверил, остановился, проверил все предохранители. Все, все предохранители нормально, то есть никаких проблем нету. А, помог, если честно, YouTube. То есть кто-то сказал, там тоже поделился, а, что проблема у них в поворотнике. У меня машина правосторонняя, так как я нахожусь в Англии. Ну, не суть дела, в принципе, они все одинаковые. В общем, как у меня получилось? Я уже сказал, что показал поворотник налево, проехал 2-3 километра. В общем, дворники не работают. Хорошо, что был маленький инструмент, у меня маленький набор. И был... Компрессор для подкачки колес. В общем, что я сделал? Открыл капот, снял пластиковую крышку. Я не буду показывать, потому что, а, что холодно на улице сегодня, я извиняюсь. Снял пластиковый кожух, подлез к моторчику для дворников. И, в общем, кинул плюс-минус. На моторчик дворников. И этот провод я сделал на как же можно сказать? В прикуриватель, в общем, да, все нормально. В общем, доехал до дома. Ну и потом вот купил эту запчасть. Купил в eBay за 40 фунтов. Они написали, типа, с 2008, а с 2005 года машина была снята с машины. Но тут видно, если сфокусируется камера, написано 06.12.2006 года. Это дата, дата производства вот этой конкретной запчасти. Ну, тут, в общем, какие-то инициалы в eBay, чтобы если если запчасть также не работает, то можно по гарантии было сдать обратно вот AR и там какие-то плюсики, минусы. В общем, будьте аккуратны с этой запчастью. Особо налево не дергайте до упора ручку. То есть еще раз покажу. Когда вы поворачиваете налево, вот до конца у вас опять также показываю просто перебиваются вот в этом месте провода вот в этом то есть эта запчасть надо будет менять под замену у вас так что я от отправляю эту запчасть тоже отцу на всякий случай чтобы не покупать новую вот. все, сп спасибо за внимание, до свидания.